Оружие на ремень. Шмидт, хорошо. Щербакова неудовлетворительно. Казанникова удовлетворительно. Каждый военнослужащий в голове считает. Раз, два, три. Налево. Строевая стойка. Руки прижаты. Отец и брат военные. Автомат. Они воспитали во мне любовь к отечеству. Брат служит в ракетных войсках стратегического назначения. А отец полковник в отставке. Так, не усвоили. Начали поправлять головной убор. Пусть он падает. Будем отрабатывать данный элемент, пока не получится. Получается, семья будет защищать из земли, из воздуха нашу страну. На ремень! Оценка данного элемента. Абдулина. Оценка хорошо. Молодец элемент. Попкова удовлетворительно. Шиповалова на удовлетворительно с минусом. Потерян головной убор. Значит, не подняли максимально вверх. Понятна ошибка? Заправиться. Награду оценка хорошо. Папа всегда хотел, чтобы его дети служили. Ну, с братом не задалось. Так сказать, я тоже папину мечту исполнила. Огнева удовлетворительно. Корпус не было строевой стойки. Кузнецова отлично. Папа у меня десантник и постоянно рассказывал какие-то истории, как проходила его служба. Я росла с мальчиками. Футбол, войнушки, игры компьютерные. Тоже стрелялки, вот это все. Ну, мне нравилось этот образ. Два. Что-то загоралось, когда я думала, что буду в армии служить родине. Раз, два, три. Перестроимся. Я занималась в военно-спортивной школе, там у нас были прыжки с парашютом. Гимнастическую стойку принять? У меня третий раз взрослый по парашютному спорту есть. 15, 16, 17, 18. Папа обычный полицейский. 26. И о небе. Прямо смотреть. Да, о самолетах не было и мыслей. С 5 класса начала заниматься спортом. Полиатлоном. Ну, зимний полиатлон. Стрельба с пневматической винтовки. Упражнение начинай. Один. Два. Силовая гимнастика, это отжимание. И лыжная гонка. Мы тренировалась. 31. 32. И как-то вот так получилось. 48. Мастер спорта. 49. 50. Достаточно. Спорт многому учит и физическим, и психологическим качествам. Очень долго над всем этим думала. В процессе взросления стала такой сильной девушкой. На данный момент у меня второй взрослый по дзюдо и также КМС по джиу-джитсу. У меня есть такой путь самосовершенствования. Сила духа, сила тела. И вот, мне кажется, армия очень поможет мне в этом. Армия – это именно то, что мне вот дано. Такой для меня личный идеал.